Всем добрый день! Сегодняшнее видео я хочу посвятить уникальному дару природы, чудодейственному лимону. Эти удивительные плоды обладают не только лечебным действием, но и незаменимы в косметологии. Укрепить волосы, сделать кожу красивой и здоровой, повысить жизненный тонус – все это под силу лимону. Причем ухаживать за кожей и волосами с помощью ароматных фруктов можно, используя не только профессиональные средства ухода, но и домашние. В плодах содержится огромное количество витаминов, таких как А, витамины группы В, С, П, ПП, а также органические кислоты, аминокислоты, минералы, эфирные масла. И мякоть, и кожура имеют ценное содержание. Для косметики используют цветы, листья, плоды. Запах лимона сразу создает о себе приятное впечатление. А чай с лимоном – это любимый напиток для многих из нас. Он бодрит и поднимает настроение. Несмотря на то, что лимон кислый, он понижает уровень кислотности. Я хочу предложить рецепт витаминного коктейля для волос, который придаст особый блеск и силу волосам, особенно в зимнее время, когда волосы становятся тусклыми. Такое средство незаменимо, если волосы имеют свойство электризоваться от соприкосновения с синтетической одеждой. Для приготовления коктейля понадобится пол чайной ложки заварки черного чая, пол чайной ложки заварки зеленого чая и свежевыжатый сок одного лимона. Если у вас волосы светлые, то приготовьте отвар без черного чая. Я прокипятила в 2 литрах воды пол чайной ложки черного чая и 1 чайную ложку зеленого чая. Дала отвару настояться, остыть. Теперь я добавлю свежевыжатый сок 1 лимона. Перемешаю все, и наш коктейль готов. Можно наносить коктейль на влажные волосы. Что самое приятное, смывать отвар не нужно. Этот витаминный коктейль придаст вашим волосам блеск, силу. Попробуйте приготовить такой отвар. Думаю, он вам понравится, тем более учитывая то, что продукты, которые мы используем, очень просты, а на приготовление у вас уйдет всего 10 минут. Буквально пару слов скажу еще о пользе лимонного сока для кожи. Важно помнить, что нельзя наносить на лицо сок лимона в концентрированном, то есть неразбавленном виде. А вот на участках, где есть ороговевшая кожа, лимон нужно использовать именно в натуральном виде. Например, если к огрубевшим и потемневшим локтям прикладывать половинки свежего лимона, то уже через 2-3 дня кожа заметно посветлеет и станет намного мягче и нежнее. Благодаря своим дезинфицирующим и стягивающим поры свойствам, лимон помогает восстановить нормальный кислотно-щелочной баланс кожи, уменьшает количество жира на поверхности, а также справляется с прыщиками. Смешайте сок половины лимона со стаканом минеральной воды и умойтесь. После процедуры промокните лицо салфеткой и нанесите свой любимый уходовый крем. Не забывайте в своем домашнем уходе использовать натуральные средства, дары природы. А я желаю вам удачи, будьте здоровы, красивы. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!